capo vi do. Hunter, mobilitivo! Конор Морган. С юга движется вражеская танковая колонна. Запрашиваю немедленный авиаудар по мосту. Воздушный удар невозможен. Свои слишком близко. Нужно атаковать их сейчас. Нет, у нас нет четких координат вражеских целей. Дерьмо. Вождь, огонь по моей позиции. Что ты делаешь? Следи за ракетой. Повторить? Это было похоже на... Бросьте самую мощную бомбу по сигнальной ракете. Подтверждаю воздушный удар. Нет, Конор, постой! Командир операции, подтверди цели. Орел-1, слежу за ракетой. Держите подсобу. Это новости Европы, Лондон. Подпольная станция «Голос Свободы» сообщает, что американские бойцы за свободу совместно с армией США провели массированную атаку на мост «Золотые ворота». Эта операция может стать поворотным моментом в партизанской войне с корейскими оккупантами. В свете событий Совет по безопасности ЕС начал экстренное заседание по вопросу предоставления помощи заокеанским союзникам.